Такого в Блакове еще не было, а если и было, то уже все давно забыли. Обычные ребята, воспитанники клуба «Чайка», снимают пластилиновые мультфильмы. Сами придумывают героев, сами их создают. Взрослые им помогают, но совсем чуть-чуть. Фигурки создавали дети, сценарий писали дети. Ну, сценарий как-то родился сам собой. То есть слепился и рыбак, потом как-то начал появляться сюжет. Но в процессе съемки уже пришлось сюжет немножко упрощать, видоизменять, потому что там были сначала такие идеи безумные, что птицы будут летать у нас, там лягушки прыгать и все такое прочее. Но потом, когда в процессе уже самой съемки, столкнулись с такой проблемой, что мы еще немножко не готовы к этому. Процесс съемок как в настоящей мультстудии. Все обязанности распределены. Ежедневно ребята трудились по 5 часов для того, чтобы получилось несколько секунд мультфильма. В итоге почти неделя съемок, 3 дня монтажа, и первый мультфильм готов. Но эмоций и воспоминаний хватает до сих пор. Каждый отвечал у нас за какого-то конкретного героя. То есть кто-то отвечал за кошку, кто-то за рыбака, кто-то за рыбок даже в воде, за лягушек. Некоторые ребята отвечали за птичек в небе, и есть какие-то кадры за волны. Вот там, если посмотреть на видео, волны у нас бывают моменты, как червяки ползают, то есть не к берегу от берега, а просто их двигали вот в эту сторону. Потом, когда мы начали монтировать видео, мы увидали, что это не волны, а какие-то движущие объекты непонятные. А в небе птицы у нас есть моменты, где птицы летят и замирают просто в небе, то есть можно так, если приглядеться туда. Кто-то забывал их передвигать, вот, некоторые птицы улетают, одна птица зависла, но это тоже мы увидали, когда уже начали монтировать видео. Это сейчас, когда создатели пересмотрели мультфильм раз по 20, они понимают, вот здесь надо было медленнее двигать героя, а вот тут птица не машет крыльями. Но во время съемок ребята полностью отдавались творческому процессу, и когда после очередных 5 часов работы они просматривали отснятые кадры на фото, листая их в ускоренном темпе, они просто радовались, что у них что-то получается. Герои, которыми ребята управляли, стали для них родными. Поэтому и рассказывают юные мультипликаторы о них с особой теплотой. А уж сколько забавных моментов было во время съемок, обо всем и не расскажешь. Самое смешное для меня было, это вот рыбак забыл весло около лодки. И нам пришлось делать, чтобы лягушка отдала рыбаку весло. Потому что сам бы он уже его не взял, он сел в лодку, там была неудобная поза, и он бы не забрал бы весло. Рыбак не выдержал всех испытаний, то есть у него под конец уже начала отваливаться голова, отрываться шея, его пришлось перелепливать, его пришлось реставрировать. Кот самый стойкий оказался у нас, и лягушки. Мне запомнилось больше всего отвечать за кошку, потому что ее нужно было передвигать, чтобы она ходила, потом уложить ее, чтобы она легла. Сложно, да, было положить ее? Да. Чтобы она ела рыбу, тоже было сложно сделать. Скелет рыбы тоже. Моя кошка, я так неправильно ее двигал, и у ней хвост, как червяк, болтался просто. Мне запомнилось больше всего, как деревья. Они, одна сторона деревьев, она очень сильно туды-сюды, а вторая просто не шевелилась. Одно дерево даже упало. У нас был один момент, когда рыбак не пролезал по своей тропинке, и нам приходилось некоторые деревья убирать, а некоторые просто двигать. Еще был такой случай, когда рыбак, когда залазил в лодку, он не умещался, и нам пришлось оставить корзину. На подходе у юных аниматоров съемки нового мультфильма. Готов уже и главный герой – полицейский. И сейчас как раз идет процесс написания сценария. А осенью в «Чайке» планируют начать освоение и других анимационных техник. В этом году мы планируем открыть уже мультстудию. То есть дети, которые вот у нас любят рисовать за студию, мы хотим сделать мультстудию рисованными мультфильмами. После съемки первого мультфильма ребята поверили в свои силы и не собираются останавливаться на достигнутом. Они изучают программы для монтажа, смотрят мастер-классы в интернете для того, чтобы понять принцип передвижения пластилиновых героев. Их мастерство растет. И им уже не хватает простенького ноутбука и обычного фотоаппарата. Хочется работать с более профессиональным оборудованием. И ребята надеются, что взрослые подарят им возможность постичь все секреты анимации.